Давным-давно жила-была собака. Ее звали Холли Толидо, и она была чертовски могущественна. Пришел, значит, к нему и начал разговаривать, как будто он не псих или что-то такое. «Эй, давай поторопимся и доберемся до ближайшего города. Это на востоке отсюда. Давай, пошли туда. Это не так уж и далеко. Мы уже почти там. Ну почему так долго? Эй, давай поторопимся и доберемся до ближайшего города. Мы уже пришли. Ну почему так долго? Мы уже пришли. Ну почему так долго? Ты заблудился». И вот однажды гигантский... На русский язык перевела надоедливая Александра Кост. Текст читал надоедливый Максим Кулаков. Специально для Stop Game.ru.